Новый учебный год ознаменовался для РУДН днем открытых дверей. В стенах университета собрались абитуриенты, школьники и все, кому не безразличны их будущее и уровень высшего образования. Школьное ЕГЭ совсем скоро, а тем временем можно уже определиться с профессией. Я очень хочу поступить на бюджет в РУДН, на юридический факультет. Его мне посоветовали мои друзья, которые также учатся здесь. Я считаю, что именно ваш университет мне даст большие возможности, и я смогу хорошо реализовать себя в жизни. Я хочу поступать в РУДН на юридический факультет. Я планирую поступить на бюджет и продолжить дальше образование за рубежом. В обновленном и просторном холле главного корпуса университета гостей встречали студенты, аспиранты, представители факультетов и институтов РУДН. У них можно было узнать всю интересующую информацию о вузе и не только. Каждый факультет продемонстрировал те технические оснащения, которыми он обладает. Все желающие могли близко ознакомиться с макетами, манекенами и другими новшествами, благодаря которым обучение проходит на более высоком уровне. Здесь можно познакомиться с иностранцами, то есть подружиться, общаться с ними. Мне кажется, что это очень важно, потому что сближение наций — это, мне кажется, практически главное, что сейчас может существовать вообще в жизни. РУДН – универсальный вуз. Он предлагает обучение по широкому спектру направлений подготовки, характерному для ведущих классических университетов мира. На различных стендах университета представлена самая полная информация об учебном процессе, научной деятельности, образовательных программах и других возможностях, которые дает РУДН. Тут очень хорошие и обширные специальности, которые присутствуют в самом институте. И самое интересное, что тут можно общаться с разными национальностями, то есть нас этот институт будет как-то сближать. И тут я нашла для себя специальность, такая как стоматология, и я очень сильно надеюсь, что в дальнейшем я буду здесь продолжать свое обучение. На официальной встрече с руководством университета абитуриентам подробно рассказали о программах и системе обучения в РУДН, ответили на самые актуальные вопросы. Главная задача мероприятия – предоставить наиболее полную информацию по всем направлениям подготовки и сориентировать старшеклассников в выборе вуза. Сегодня особенно важно сделать правильный выбор, который повлияет на успешную карьеру молодого специалиста в будущем. Телевидение РУДН. Новости.